24 сентября в парке «Зеленый остров» прошел военно-полевой выход «За армию России». В нем приняли участие юные патриоты из Омска и 16 районов области. Нам очень приятно видеть сегодня здесь такое количество самых, я уверена, молодых, активных и инициативных людей, для которых слова «долг», «честь», «совесть», «отечество» – это не пустые слова, а то, что ведет вас вперед к вершинам и свершениям. 28 команд соревновались в военизированной игре с большим количеством интересных заданий. Участники выполняли комплекс физических упражнений, состязались в подъеме гири, собирали и разбирали автомат, примеряли на себя экипировку спецназовца, состязались в лазертаге. Командный дух, то есть умение слушать друг друга, умение помогать, умение подсказывать. Многое делаем вместе, многое впервые, как лазертаг. Многое делаем уже долгое время, как разборка автоматов, стрельба, разборка магазина. Вот. Ну, в целом для нас тут увлекательное занятие. В рамках полевого выхода прошла акция «За мир без нацизма». В парке был развернут мобильный пункт по отбору граждан на военную службу по контракту. Если наши там проиграют, значит, разнесут Россию. Ну, значит, надо вставать. Первое место по итогам военно-полевого выхода заняла команда Нововаршавского района. Также призерами стали представители Таврического и Павлоградского районов.